Друзья, вы когда-нибудь искали грибы ночью? Если нет, советую попробовать. Ощущения, прямо скажем, очень интересные и немного жутковатые. Как будто оказался в центре фильма ужасов. А вот и, кстати, первые грибочки. Прямо скажем, прислушиваешься к каждому шороху. Я даже достал грибной ножик. Мало ли что, мало ли какая лесная тварь. Если вы в детстве с дачи сбегали на кладбище или в ночной лес с друзьями, испытывай себя вот примерно такие же ощущения. Что там за деревом тебя поджидает? И хочется говорить только шепотом. Даже если где-то недалеко прибежал ежик, поверьте, от него такой топот, что думаешь, это как будто какой-то монстр за тобой охотится. Недаром сбор грибов в народе называют тихой охотой. Вот ночью она на самом деле тихая. И главное, ни одного конкурента. И моих соседей по даче таких же маньяков-грибников ждет, прямо скажем, сюрприз. Надеюсь, большую часть грибов в наших елочках я собрал за эту ночь. Эта мысль немного прогоняет ночной страх. Сперва хочется реально куда-то убежать, а потом ничего, привыкаешь. А в лесу, кстати, обзор очень неплохой. Я думаю, метров на 5-6 я отлично вижу всю подстилку. Но, конечно, важно, чтобы лес был не особо травяной, потому что в траве, конечно, плохо видно ночью. Но если это ельник или какой-нибудь редколесье, но зато ночная грибалка – это отличный выход для вас, если вы, точно так же, как и я, любите утром поспать. Меня вот в нашем дачном небольшом лесу постоянно опережают конкуренты. Но только не завтра. То лучше всего ходить все-таки в знакомый лес. Тогда меньше шансов ночью заблудиться. И советую вам обязательно с собой брать два фонарика на всякий случай. Потому что если вдруг с одним что-то случится, абсолютно без света, в темноте бродить, удовольствие весьма сомнительное. Но главное, небезопасное. Согласитесь, даже самый прекрасный белый гриб не стоит потерянного глаза. Спасибо китайским братьям из интернет-магазина. Кстати, всем советую именно такие маленькие светодиодные фонарики. Луч с новыми батарейками, я думаю, бьет метров на 30. Надеюсь, большую часть грибов в наших елочках я собрал за эту ночь. Поэтому, друзья, всем советую попробовать ночную грибалку. Помимо острых ощущений, у вас есть большой шанс опередить ваших соседей, конкурентов, грибников. Для ночи совсем неплохой улов. 5 белых и несколько подберезовиков. Но если ты боишься ходить по лесу один, то возьмите с собой друга или подругу. Там ночная прогулка за грибами может кончиться даже небольшой романтикой. Согласитесь, вот находка таких вот красавчиков стоит небольшого ночного страха темного подмосковного леса.